Если хочешь попытать удачу и выиграть оружие у Магма, супер-випускритель сроком на месяц или оружие из коробок удачи, то загляни в описание и поучаствуй в моем розыгрыше. Ну и лайкос поставь. Привет всем, дорогие друзья, с вами Серега, и наконец-то Warface поставили обнову и добавили в коробки удачи. CZ75 Auto, я с ним как бы играл и высказывал о нем свое мнение, но я все равно хочу его покрутить, потому что я кто? Идиот, конечно. И знаете, я такой еще захожу и вижу какую-то херню, типа сообщение истекает через 2 дня. А предложение, особое предложение специально для вас. Вот специально для меня, да, то есть я захожу во всякие группы ВКонтакте и вижу, что это предложение ни хера не специально для меня, оно специально для всех, так что не пизди. А набор нано-костюмов истекает через 2 дня. А полный набор нано-костюмов для разных классов. Купить сейчас всего за 3500 кредитов. Админы, мать твою, для кого это всего 3500 рублей? За скины 3500 кредитов — это неплохие деньги, так что я нихера не понимаю всего. Интересно, конечно, когда их добавят именно в игру, сколько они будут стоить, если сейчас они стоят уже 3500 кредитов. Давайте посмотрим, сколько стоят обычные скины. Я хочу посмотреть, где это говно, господи, наборы разные. Засунули хоть никуда. А, наборы, вот. Даже комплект бабоскинов стоит 2000. Какой адекватный человек будет покупать за 3500 вот эти костюмы, если даже бобоскины можно купить за 2000 кредитов все 4 набора. Не понимаю, они рехнулись, и тем более они еще делают как это специально какое-то предложение. Очень интересно, друзья, очень интересно, но, знаете, я бы, конечно, выкупил бы, но у меня есть всего лишь 5000 кредитов, кстати, за эти 5000 кредитов огромное спасибо чуваку экзотичному за то, что он предоставил мне пин-код на эти 5000 кредитов, потому что у меня даже беспроцентник сейчас висит, я не смогу его погасить. Давайте ветеран 32 кинь перейдем, где пустой канал, и будем крутить этот пистолет, потому что я давно не выбивал киньте оружечки из коробок удачи, а я вообще очень эмоциональный человек, я записываю в лайве, и я хочу каких-нибудь новых эмоций, чтобы мне он выпал, чтоб не выпал. Ну, если, конечно, не выпадет, я буду орать, как бешеная сучка. Ну, ладно. Знаете, на самом деле, он мне вроде выпадает частенько. Ладно, харе много разговаривать. Ладно, пошлите крутить. А последние сколько? Да все видосы, которые я открываю с коробками удачи, мне выпадает хотя бы обычная версия. И я, конечно, очень рад. Прям такой, вау, мне выпало, что-то выпало. Я прям радостно, вообще прям теку. Открываем первые 5 коробок, и нам выпадает, конечно же, какая-то мотыва. Матеба, я чуть-чуть перепутал с другим матебом. Но сейчас все пистолеты пофиксили, а вроде матеба, она будет вонжать в голову, потому что сказали револьверы, вот эти всякие пистолеты, которые предназначены для того, чтобы попасть один раз в голову и убить, то они будут вонжать в голову. Вот, и сейчас я... Не знаю, ребят, если, конечно, с 5000 я нихера не выбью, это будет очень смешно, потому что, как я говорил, мою... версию, то что если у тебя на аккаунте много кредитов, Warface будет сосать с тебя до последнего, пока ты не потратишь все до просто самой копейки. Вот, и не стратишь, да, коробки лагают. Видишь, я понимаю, обнову добавили, да, обнову добавили. У них там вообще сейчас, наверное, проблемы какие-то. Это ж так трудно обнову добавить. Все сейчас деньги вдруг решили в игру вложить. Хотя, на самом деле... На самом деле, сука. Сейчас, как бы, все, учеба скоро начинается, так что всем будет опять карманные денежки давать на обеды, и люди будут голодать, чтобы опять какую-нибудь сраную, вот, к примеру, калику ввели, и они все денежки, которые откладывали, просто благополучно на нее слили. Ну, я так делать не буду, я что, идиот, что ли? Так что я попытаюсь сейчас выбить этот сраный пистолет. Кстати, у золотого 30 патронов, у обычного 26. Ну, 4 патрона, это как не особо, да, для особенно автоматического. Что у него тут еще? 55, 10, 625. Да иди ты, 55, 9, 625. Ну, короче, опять ничем не особо отличается, только отличается тем, что он такой золотой, такой классный, вы будете в киллбаре отображаться золотым, это очень круто, конечно. Ну, знаете, они специально, как я говорил, пистолеты пофиксили, чтобы все крутили этот пистолет. Спасибо огромное за матебу, у меня он уже на 2000 дней, спасибо огромное, Warface. Вы очень щедры, мне даже на время сколько, на 5 часов все понадавали обычно ауто, чтобы я с ним поиграл. Ну, знаете, я как бы высказался о нем, что он как-то говно, вот самое мало, что он говно, но просто что-то он мне не особо вкатил, когда я с ним именно сначала на ПТС-ке играл, да, он был каким-то вайши каким-то, да, а когда я потом с ним играл, что-то нихера меня ничего впечатлило, и был каким-то полнейшим калом, я с ним даже никого убить не мог. Ну, мы уже потратили приличную сумму кредитов, я вам скажу, если бы это были еще мои кредиты, я бы их, конечно, жалел, но в любом случае, они на моем аккаунте, мне в любом случае их жалко. Так что, друзья, я надеюсь, что я все же что-то выбью.
Так что я просто всеми ногами за то, чтобы мне что-то выпало, потому что мне в каждом ролике что-то выпадает. Ну должно же выпасть, вот вы знаете по-любому, что я что-то выбью. Не, ну если я не выбью, я полнейший лох, даже может мне так в комментариях написать, потому что, ну не, хотя чё я унываю, у меня еще есть целых 3000 кредитов, я рано сдаюсь, друзья, я очень рано сдаюсь, на один час, спасибоньки огромное. Кстати, реально, давно я не крутил коробки удачи, я, наверное, последний раз коробки удачи крутил, когда вышел вот это вот, что вышло последнее, Энфилд, наверное, вот когда я крутил, я, конечно, выбил Энфилд, кто не смотрел. Кстати, можете посмотреть, у меня много эмоциональных открытий коробок, да пусть... Я подожду, я ж видео не снимаю совсем, давайте падать. Короче, еще я каналчик поменяю, какой-то несчастливый канал, и коробки как-то долго падают. Тут просто, знаете, много донатеров сидит и крутят, выбивает, все тут. Они виснут, кому-то падает, а кому-то не падает. Во, вот это отличный канал, давайте даже наборы нажмем и вот так вот будем крутить. Не, ну конечно, админы, вы очень прикололись. Истекая через 2 дня, просто предложение купить сейчас всего за 3500 кредитов, да. 3500 кредитов, это теперь у нас всего 1 час, 3 часа, шикарно, просто шикарно. И надо опять же поныть, потому что пистолет стоит очень дорого, а с него даже скинчиков никаких не падает. Да, в принципе, ничего толкового ни хера не падает. Падает какой-то какашка одно. 1 час, thank you. Thank you, Майлру, thank you for you, сука. Да опять лагаешь, давай, падай. Ну у меня еще есть 2000 кредитов, это очень много, поэтому мне... Сука, да нихуя тебе, блот, ёбаный, вы серьезно, золотой нахуй, ёбать, я просто, я умываю руки, друзья, золотой, это, блядь, охуенно, я даже не знаю, вау, слушай, ты такой внезапный, ёпта, вот, сука, как обидно, и на скины еще не хватит, 3500 у меня, блин. Ладно, чуваки, что-то я немножко отвлекся от темы, я не знаю, что за прикол, походу админы решили мне подкрутить, чтобы я наконец-то снял крутой видосик, типа, вай, мне выпал золотая пушка, теперь все мои подписчики тоже будут донатить и пробовать ее крутить, нихера, чуваки, мне просто повезло, не пытайтесь донатить и тоже выбить. Хотя нет, в принципе, можете попробовать, знаете, если я даже сейчас скажу, там, откройте каждый мой подписчик по одной коробке, какому-то подписчику, да с одной коробки и выпадет золотой. Не, кстати, золотой это реально шикарно, потому что 30 патронов это больше, чем 26, и это, господи, какой ты симпатичный, как я рад, что ты мне выпал. Вы просто посмотрите, Вай, какой классный. Вы просто посмотрите на него, какой он классный. Так, ладно, друзья, ну, ничего страшного, я по-любому должен скрутить кредиты и выбить еще обычную версию, потому что я не люблю, когда мне падает только одна золотая версия, а обычная версия не падает. То есть я такого говна не люблю, я хочу, чтобы мне именно выпала коллекция, то есть у меня, как вы знаете, абсолютно, сука, весь донат. Ну, имею в виду, без всяких этих золотых пушек и всяких там евро, вот это вот говна. У меня вот не весь так донат, а так он весь. Слушайте, если, конечно, у меня еще обычный выпадет, это будет реально, ребят, шикардос там. Ну, не знаю, может, 2000 кредитов он, конечно, и выбьет. На золотой, конечно, друзья, я никак не рассчитывал, честное слово, никак не рассчитывал. Экзотичный, ты красавчик, ты криты просто везучий, ты помог мне выбить золотой пистолет, спасибо тебе огромное. Ой, чувак, я даже не знаю, 5000 кредитов золотой выбил, это, друзья, реально неплохо, это реально неплохо. Лучше бы с 5 коробок выпал бы мне этот и обычный, я бы еще тогда X это... Ах, тебе какой я X там с этой акцией покрутить? Лучше просто коробки с X покрутить, чем в этой акции крутить. Ну, короче, я понял, походу, обычно мне не выпадет. Ну, блин, это печально. Я как бы фанат того, чтобы у меня все оружки были. Ну, хотя золотого, как бы, вы понимаете, то, что и обычный фармить можно. То есть, золотого убиваешь, и в обычную достягу может спокойно идти. Но все равно я как бы не отказался от обычного. Ну, давайте, короче, не будем... Чуваки, я просто в шоке, как это вообще получается, то есть у меня каждый раз, когда я снимаю видос, когда добавляют новый донат, я постоянно что-то выбиваю, ну, золотой, конечно, что мне выпало, это просто охереть, как шикарно. Ну, не знаю, админы, походу, посмотрели мой видосик, им это понравилось, какой-нибудь видосик мой, какой у меня последний видосик был, да, во всех видосиках вроде Warface там немножко засирал, ну, неважно, короче. Ну, золотой, друзья, это очень круто, я просто мечтал, конечно, о нем. Не, правда, я мечтал о AX золотом, но это тоже неплохо, друзья. Ничего не говорите, я, сука, самый охуенный чувак в мире, ничего не говорите, можете промолчать. Шучу, говорите, какой я охуенный, вы просто посмотрите на эту херню. Ага, вы просто посмотрите на это. Экзотичный, сука, это круто, это очень круто.
Ладно, друзья, ничего страшного, я очень рад, честное слово, очень рад. Я думал, это, короче, видос получится очень говняным, потому что я спустю 5000 кредитов за 5 минут и ни хера не выбью, но... Сука, получилось очень интересно, я даже выбил 2 пистолета, один золотой, другой. Сука, обычный. О, какой же ты красивый, какой ты симпатичный, знаете, и я опять же остаюсь обладателем всего доната в Warface. Мне кто-то написал, что у меня там что ли 60 с хером донатов, или как-то 70 донатов, то есть очень много. Поэтому это очень круто, господи, как ты, это ручка или это, стоп, это обойма? А нет, это не обойма, это ручка что ли, нихер, я только понял, что это ручка, я думал, это обойма. Ну ты за... А, блин, слушай, а прикиньте так, две обоймы за место ручки обойму, и сколько патронов получишь? 60, что ли? Не, ну это круто было бы. Ну, друзья, честное слово, не знаю, как тут лайк не поставить. На этот ролик вот просто не знаю, как лайк не поставить. Даже я стринка лайк себе поставлю, потому что это невозможно не сделать. Вот просто посмотрите. Взял и как царь выбил весь донат. То есть и пистолет золотой, и обычный пистолет. И еще кредиты даже остались. Где ачивка на эту херню? Эй. А, ну, наверное, за пистолет где-то тут, это золотая, да? Господи, подобавляли ненужных достижений? Че хер найдешь, где-то золотая ачивка. Где ты, милый? А, во. Мой потеря. А, во. Убить 9-9 врагов из золотого ЦЗ авто. Ну, конечно, не самое лучшее достижение. Пожалуй, лучше оставлю это. Но это тоже неплохо, на самом деле. Ну, и где-то, наверное, на пистолет, а тут достижение. В принципе, не важно. Друзья, я даже не знаю. Расскажите ролику другу. Скажите, какой я везучий. Как я просто взял и затащил. И как я взял просто и выбил все то, что мне надо было. Это, друзья, это просто классно. Я даже не знаю, что мне сказать. В общем, спасибо огромное за просмотр, друзья. Обязательно подписывайтесь. Вступайте в группу. Подписывайтесь. В группу, на мою страницу подписывайтесь. Господи, как я... Короче, везде вступайте, подписывайтесь. Ссылочки есть в описании. С вами был Серега. Спасибо за просмотр. Всем удачи, друзья. Всем пока. Надоел Warface и хотите поиграть в похожую на него игру? Тогда попробуйте поиграть в игру Phantomers. Phantomers — это бесплатный командный онлайн-шутер, который понравился всем поклонникам жанра. Выберите один из 6 классов с уникальными способностями, модифицируйте оружие и отправляйтесь в самую гучу сражения. Если тебя заинтересовала эта игра, я оставлю для тебя ссылку в описании.